Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Собственникам заброшенных участков под индивидуальное строительство насчитают налог по двойному тарифу. Повышенные платежи начислят тем, кто приобрел землю в 2008 году, но до сих пор не построил на ней дома, предупредил замруководителя Росреестра Максим Смирнов, пишет «Российская газета». По словам чиновника, списки таких земельных участков и разрешений на них формируют сейчас в Росреестре. Смирнов пояснил, что с этого года начинает применяться норма налогового кодекса, по которой пустующие участки для индивидуального жилищного строительства будут облагаться двойным налогом. Она была принята как раз в 2008 году, и десятилетний переходный период заканчивается. На сегодня в России под индивидуальное жилищное строительство выделено 16 миллионов гектаров земли. Из них около 5 миллионов зарастают бурьяном, отмечает «Российская газета». Дайджест недвижимости. Новостройки в Кировской области стали дешевле на 3%, вторичное жилье потеряло в цене более 8%. Такие данные приводит региональное министерство экономического развития по итогам 2016 года. Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья зафиксирована практически на одном уровне и составляет 40 200 рублей. В среднем по России стоимость квадрата жилой недвижимости превышает 53 000 рублей. По данным министерства, в прошлом году в Кировской области построено почти 13 000 квартир общей площадью более 650 000 квадратных метров. Дайджест недвижимости. В Кирове пройдет день открытых дверей по вопросам аренды и продажи помещений. Свободное муниципальное имущество презентуют потенциальным покупателям и арендаторам в пятницу 31 марта. Как сообщает Департамент муниципальной собственности, мероприятие начнется в 3 часа дня по адресу Киров, улица Воровского, 39. Это мэрия города, кабинет 299. Участникам представят обновленные перечни свободных нежилых муниципальных помещений с фотографиями и разъяснят порядок и особенности передачи нежилых муниципальных помещений по договорам аренды и купли-продажи. Дайджест недвижимости. Далее информация от наших партнеров. Кировский кирпичный завод реализует силикатный и керамический кирпич, а также силикатную плитку. Лицевая силикатная плитка используется как для облицовки цоколей зданий, так и для благоустройства прилегающих территорий. Насыщенный глубокий цвет, точность размеров в соответствии с заявленным характеристикам и многоступенчатый контроль качества производимой продукции. Вот те ключевые факторы, что отличают продукцию Кировского кирпичного завода от аналогов на строительном рынке. Только до конца мая Кировский кирпичный завод представляет скидки на лицевой кирпич. Подробности по телефону 76 15 00, ООО ККЗ ОГРН 515 774 612 65 44, Москва, Рижский проезд, дом 3, этаж 1, помещение 1, комната 4. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.